Вот это самый красивый. Подчеркивает глаза. Да что ты? Купишь 2 за полцены и отдам. Ух ты! Опять ты? Твоя лавка? Нет, папа моего. Почем? 800 рупий, пожалуйста. 800 рупий? Стой, стой! Для тебя 550. Невероятно. А что? Папа оставляет лавку на тебя? Он просто пошел сражаться с повстанцами. О. То есть его в армию призвали? Нет, он к ним сам пошел. Правда? Ну, я бы тебя на его месте одну не оставила. Ладно, вот тебе 300. Давай так, 400 рупий и Ганеша. Зачем он тебе? Он сломан, видишь? Ты что, не знаешь легенду? Ганеша сразился с Парашурамой у порога своего отца. Да, защищая своего отца, Шиву. И потерял один бивень в этом бою. Любопытно. Ганеша не продается. Вовремя. Так вот, держи, 600 рупий. Сдачи не надо. Подожди. Эй, тебе нужен проводник. Да, и сколько запросишь? Надо попасть на грузовик, пока не уехал. А твой Ганеша? Сколько ты за него хочешь? Не продается. Извините. Что? Пойми правильно. С техникой у тебя порядок. Но Ганешу мне верни. Пожалуйста. Ладно. Хвалю за старание. Через мост никого не пускаю. Это очень опасно. Вот что, малышка, нам было весело. Но теперь тебе пора домой. У меня в лавке есть кровать. Сдам за 300 рупий. Лучшая цена во всей Индии. Извини, я не могу. Меня там машина ждет. Это плохая идея. Повстанцы, они очень злые. Слушай, мне надо кое-кому помочь. Знаешь что? Когда я вернусь, с меня пицца. Окей? Окей. Все. Черт, чтоб тебя. Дяденька! Боже. Я папу потеряла. Он пошел за мороженым, и я не могу его найти. Без него я не могу вернуться домой. Тихо. Thank you.
бедняги. Итак, красная дверь. И все? Лучше, чем ничего. Попробуем. Просто зона боевого конфликта. Ничего особенного. Эй, погоди! Куда спешишь? Я же не знаю, вдруг прячешь чего под подолом. Руки вверх. Эй! На улицах опасно по ночам. Эй! Где живешь? Ты глухая? Отвечай! Я спрашиваю, живешь где? В Арафте. Я сейчас занят. Подождет. Слушаюсь. Ко мне, срочно. Вас понял. Ты со мной. Остаешься. Сэр, а это... Да пусть идет. Слыхала? Вали. Повезло им, что я тороплюсь. Беру то, что не могу продать. Через час нас сменят. Поспать бы. В грузовике поспи. Нет, спасибо. Это последнее? Почти. В переулке еще пара. Сегодня выезжаем?
Скорее бы. Местные достали. Нет. Асав сказал еще неделю. Еще неделю в этой дыре. Помни о главной цели, брат. У тебя-то пальмовое вино осталось. Как? Смотря что ты мне за него дашь. Вечную благодарность. Розовый лотос. Что это значит? Дождусь настоящего боя. Сидим в этой помойке. Аккуратненько. Я устал. Сам говорит, что мы еще не готовы. Власть считает нас полным. Они еще пожалеют об этом. Несколько недель. Когда вы... Розовый лотос. Я представляла его иначе. Говорят, что не меньше двух целей. Одна на складе, одна... Слышь, дамочка, ты кто такая? Какого? Ты попалась! Не добежать, Джейн! Ты опоздала, Фрейзер! Я тоже тебе рада!
проклятье! Они перебили первый отряд! Держи! Это как понимать? Я-то думала, ты профи. Да расслабься ты. Дольше проживешь. Расслабься? Я Сава месяц выслеживала. Он же совершенно непредсказуем. Еще один вояка мается без войны. Ты просто его не знаешь. Он постоянно меняет диспозицию, маршруты. И мы не можем так глупо рисковать. Мы? Внесем-ка ясность. Это мое дело. Хочешь в долю? Играй по моим правилам. Что скажешь? Тот, что с бородой. Вот и умница. Красивый. Нравятся психопаты? Кто без греха? Где их штаб? Верхний этаж, балкон. Ладно. К делу. У меня был надежный маршрут по улицам, но теперь нас уже ищут. Что предлагаешь? Что-нибудь придумаю. Давай, я тебя подсажу. Вот, видишь? Спасибо. За мной! Не все так плохо. Теперь что? Терпение. Нам сюда. Правда? Правда. Осторожней тут. Уверена, что безопасно. Ня. Идем сюда. Так мы удаляемся от логова Осава. Мы пойдем длинным путем. Так вот почему ты опоздала. Я справлюсь. Я его беру. Кобра-1, Кобри-5, прием. Принято, Кобра-1. К розовому лотосу. У нас движение, прием. Есть, Кобра-1. Проклятие. Хорошая работа. Ну, куда теперь? Наверх? Так.
осмотрюсь. Подожди. Что ж, она вполне достойна своей репутации. Извиняюсь. Давай больше не будем трогать ящики. Ладно, договорились. Впереди. Что это? Я что-то слышу. Тебе не нужен картридж для принтера? Всегда болтаешь на работе. Ага. Проблема. Прямо над нами. Ну вот, все прошло неплохо. Неплохо? Мигом управлюсь. Ну или так. Ищем диск. Премного благодарна. Глядим в оба, да? Да. Боже, тут хлама, как в антикварной лавке. Он время не терял. Сколько все это стоит? Хватило прокормить целую толпу повстанцев. Ужас. Кладбище любопытных кошек. Кстати говоря. Верно. Тебе-то какая печаль? Все это принадлежит индийскому народу. Это не моя война. Разрушитель и преобразователь. Сала и тигр. Может, ближе, чем я думала.
Ну как? Ничего. А у тебя? Тоже. Богиня богатства. И слоновая кость. Чтоб тебя. Это я возьму. Фрейзер. Угу. Смотри. О, интересно. Заперт. Ничего. Что за карта? Западные Гаты. Территория Хейсалы. Ничего. Все-таки это не новость. Красивый. Сюда! Черт, уходим! Надин Росс. Приятный сюрприз. Осторожно, братья. У тигрицы есть когти. Асаф? Сколько лет? А ты все так же юна. Ну, спасибо. Работу ищешь? Ну, после смены руководства в твоей компании... Временная заминка. Все поправимо. Конечно, конечно. Но жаль. Нам очень нужен человек твоего калибра. С
Зачем ты здесь? Это ведь совсем не твой профиль. Коллекция неплоха, скажу прямо. Хлоя Фрейзер. Спец по древностям. Воровка. Работаешь на воровку? Сэр, там происшествие. Сэр, розовый лотос. Что? Кто-то перебил весь отряд. Прием. Сейчас буду. Диск. Диск-то. Вначале я приняла тебя за обычного повстанца. Но тебе удалось найти Хайсальскую империю. Неплохо. Но главную реликвию, Бивень Ганеши, найти посложнее. Что ты делаешь? 3 вторжения персов. 3 разных войны, и за все эти годы его так и не нашли. Найдем. Блефуешь. Единственная надежда хоть сузить круг поисков, призвать на помощь кого-то, кто способен раскусить артефакт. Того, кто много знает о хайсальской культуре. Именно. Эксперта по хайсальской истории. Я беру недорого. Паразитку, которая хочет нажиться на нашей борьбе за идею. Это отказ? Он не хочет. Ты смелая. Хвалю. Но таких экспертов с меня хватит. В реку их. Пристрелите в воду. Незачем. Сами выпрыгнем. За ними! Давай, нам нужно перебраться через реку. Это сейчас было. Грубо, но эффективно. Ты собиралась меня сдать? А я думала, ты профи. Это называется импровизация. Это еще как понимать. Ты позволила Саву застать нас врасплох. Стоят ли такие услуги половинной доли? Так и знала. Ты хотела меня сдать. Да, горбатого могила исправить. Ты меня вообще не знаешь. Предупреждаю. Те, кто меня предают, платят жизнью. Вот река. Надеюсь, твой человек на месте. Черт! Пора уходить. Давай! Я за тобой. Так, это опасно. Прыгай! Господи! Спасибо. Давай. Диск у тебя? Диск у меня. Валим. Береги! Боже, не пусти. Не так уж вы крутые. Thank you.
За мной! Река под нами! Спускайся с фонаря! Готовься! Сколько там еще? Еще час. Пока все по графику. Хорошо. Бевень Ганеши. Он же погибель хайсальской столицы. Глянь на него. Как успехи? Потихоньку. У нас каждая секунда на счету. Ты все напрягаешься из-за его дутого эксперта? Ха, не парься. Асаф либо уже в гатах, либо у нас на хвосте. И у него есть оружие, транспорт, сотни бойцов и... Говорю же, не парься. Это похоже на ключ. Может. Ну-ка. Так. Трезубец. Оружие Ганеши. Лук со стрелой, пара шурамы, а топор — это дар Шивы. Великая битва. Что? Битва, в которой Ганеша лишился бивня. Если мы найдем эти символы, найдем и бивень. Неплохо, Фрейзер. Да, ну. Скажи спасибо моему папе, он увлекался мифами. Тебе пригодилось. Он должен тобой гордиться. Солнце почти взошло. Пойду собираться. Молодец. Усилий, чтобы уладить спор. Для спокойствия моей души. Ну, красиво. Вот. Странно-то. Прости, что сомневалась, Хлоя. Это Хайсала? Хайсала. Эта постройка древняя, так что мы явно на верном пути. Что? Подозрительно. Тебе все подозрительно? Нет. Мы прошли почти сотню миль, и ни следа Асава. Ну и хорошо. Может, застанем их врасплох. Это вряд ли. Я ищу бивень, а ты Асава. Как скажешь. Встречаемся у машины. Ага. А, все на своем месте. Какой пейзаж?
Ты еще внизу? Ага, и еще тут. Я так, уточню. Ну, давай руку, я сама. Хорошо. Хочешь, поведу? Не, я не против. Я против. Мне нужен контроль. Давай просто насладимся моментом. Есть глупый вопрос. Ну, не томи. С чего ты взяла, что бивень еще там? Иначе он бы уже всплыл в каком-нибудь музее. А я даже ни разу не слышала о хойсельских выставках. Я и о Хойселе не слышала до этого заказа. Ну, в этом виноват их последний король. Молодой, безрассудный. Так хотел похвастаться богатством своей империи. Отстроил новую столицу, чтобы хранить там бивень. А потом навлек на себя персов. И нас. Да, теперь и нас. Смотри, толпа фламинго. Ух ты! Освежает. Спасибо! А предупредить? Да брось, весело же. Ну, приятно ведь побыть на природе. Вдали от города. Тут тихо. Часто здесь бываешь? Вообще-то, нет. Я на минуту. Я подожду. Древние столицы. Что тут? Халибиду и Белур. Я думала, это Ганеша и Шива. А, надо же, ты запомнила. Ганеша – покровитель Халибиду, более новой хайсальской столицы. Шива – покровитель старой столицы, Белура. Ну, красиво сделано. Как укрепление гроша не стоит. Кварталы скульпторов, судя по всему. Мы еще на окраине. Не знала, что ты археолог. Ну, не я, а папа мой. Ну, а я просто воровка. Эй, в машине есть лебедка? Вроде да. О, класс. С воротами разберемся быстро. Ты хочешь просто их выдрать? Ну да. Или динамит есть? Дело твое. Видимо, нету. Стена на вид не очень прочная.
Лебедка у машины спереди. Сейчас вернусь. Конечно. Все. Должно Давай, сработать. Братья! Ветер, уходи из засады! Черт! Прячься! Спасибо, Росс. Чисто. Хотела разобраться с воротами. Точно, ворота. И поехали. Чего притихла? У меня просто легкий шок. Я как-то ожидала от тебя более бережного отношения к древним руинам. Сантименты в нашей профессии смертельно опасны. Большие летучие грызуны. Ну, вообще-то нет. Ну да. Ближе к приматам и лемурам. Хорошо, я поищу. Давай, давай, давай! Давай. Мы вообще-то немного торопимся. Привод. А ты по камням попробуй. Окей. Подожди. Конечно, иди. Дело. Стоп! Асаф. Глазастая. Черт.
ним целый батальон. Внутри может быть еще больше. А мне даже лестно, что он нас так боится. Надо попасть внутрь. Ты сбавь обороты. Сначала надо с этими разобраться. Есть идеи? Да. А то. Так не пойдет. Что это? Не понял? Ну и хорошо. А? Пусть твой внедорожник. Тут кто-нибудь есть? У нас гости! Я найду тебя! Окей. Внизу.
Что за... Все чисто. Все, как я задумала. Ну-ну.